не урегулировано на уровне центральных органов власти. Это только лишь нашло отражение в прошлой каденции, было решение депутатов вашего городского совета по положению. В этом году мы приняли решение исполкома, которое практически в данном случае повторяет решение сессии городского совета по персонифицированному учету для выплаты компенсации льготного проекта. 2 миллиона у нас было предусмотрено в начале года на автомобильный транспорт. 210 тысяч было погашение за 2015 год пригородных перевозок. Вот. Остальная сумма была предложена для транспортных предприятий, кто желает принять участие в компенсации льготного проезда, предоставляя соответствующий отчет персонифицированных, то есть по фамильным ведомости учета, кто осуществлял этот проезд. Одно предприятие Евротранспортсервис обратилось к нам тем, что они готовы, выполняя решение исполкома, принять участие в этой компенсации. И вот на протяжении всего периода, значит, нами было компенсировано предприятие 1 936 000. Хочу сказать, что это было в несколько этапов. Вначале был заключен договор на 1 400 000, а потом мы путем перераспределения осуществляли додатковые выводы. Последний наш резерв, который у нас был путем перераспределения с Орион Авто, 300 тысяч, мы в данном случае направили на компенсацию за август Евротранспортсервис. Значит, у нас сейчас есть в работе, значит, ведомости по отчету за сентябрь на 325 тысяч гривен предприятие предоставило. Мы проверили, на 296 тысяч мы готовы компенсировать. Хочу сразу сказать, что помните, как-то на депутатской комиссии приглашали разбираться, что слишком большая разница, вот то, что предприятие предоставляет, и то, что мы принимаем к оплате. Вот. На сегодняшний день ситуация, ситуация значительно улучшилась. Мы всего 26 тысяч в данном случае, так сказать, здесь не принимаем. Вот. Хотя суммы, еще раз говорю, до этого были намного значительнее. Вот. Ну и есть у нас решение комиссии по социальной защите, по рекомендации дополнительного финансирования. Есть решение планово-бюджетной комиссии от 2 августа по тому, чтобы предусмотреть 1 600 000 на дополнительное финансирование. Значит, мы, соответственно, направили обращение вот департамент финансов, городскому главе, вот последнее, по принятым решениям планово-бюджетной комиссии, ну и на вашей профильной комиссии этот вопрос тоже поводживался. Значит, вот на сегодняшний день ситуация такая, что мы предприятию 296 тысяч, в данном случае за сентябрь, имеем право оплатить компенсацию за льготный проезд. И у нас нет дополнительных средств на компенсацию до конца года. Так это и прокуроры тоже должны.